А, всем здорово. Долго видео, короче, не было. Сейчас сижу тут в маленькой, короче, такой Серегином логове, которое находится у меня здесь, в мастерской. Ну и, короче, хочу вам показать вещь. Это капец, короче. Это фирма Huawei. Зараза. Вот, видно телефон. Типа какой-то модный. Тут где-то сзади задняя крышечка лежит. Этот презентовали его как телефон. Видно, да, с тремя камерами. Раз камера, два камера, три камера. Ну, я хочу вам открыть тайну. У этого Huawei китайского, да, видно, что он реально сделан в Китае. Фу, реально. Одна сраная камера. А тут, собственно, вот так. Вот они камеры, ребята. Три камеры, а тут одна. Так что не покупайте вот такие китайские лопатофоны с тремя камерами. Блин, надеюсь. Серега, ты выкинул даже эту от нее заднюю крышку, да? Нет, там все. А где она? А, да, выкинул. Выкинул? Синюю. Ну, короче, мы вам не покажем. Тут была синяя, красивая такая крышечка. Кстати, оригинальная, я думаю, что может хрен еще, наверное, и подойдет. Ну, посмотрим. Короче, вот такой супер телефон. Видно, да? С тремя камерами. Ну, а тут она одна. Все, пойдем дальше мы искать вот такие вот чудо-телефоны. А вам всем спасибо и пока.